Впервые в Уфе состоится молодежный Сабантуй. Он пройдет 27 июня на ипподроме Акбузат. В программе соревнования по мини-футболу, по гиревому спорту, по армрестлингу и, конечно же, по национальной борьбе «Куреш». Подробности предстоящего праздника рассказали в администрации города. Отличие, наверное, от Сабантуй уже будет то, что будут такие современные, интересные для молодежи, как брейк-данс-баттлы, соревнования по брейк-дансу, ну и современные, интересные творческие коллективы для молодежи. Но на молодежном Сабантуе будут не только соревнования для спортсменов, но и для всех гостей. Например, бег в мешках и бой подушками. Кроме всего прочего, мы готовы сейчас, даже показать, будет организована специальная площадка, исторической реконструкции, где можно будет посоревноваться, взять в руки щиты, мячи, ну и, конечно же, за это получить какие-то интересные подарки. С половины четвертого мы приглашаем на морское путешествие. Площадки невиданным странам, таких как таинственный остров, порт футбольный причал, будут приготовлены цыган, и шаш, и шоу мыльных пузырей, и спортивные аттракционы, такие как переправа бомбочек, поезда, бег с галошек, битье горшков, то есть все то, что может привлечь и поднять настроение каждого в этот день. То есть если взять хронометраж, у нас 10 часов начинается мероприятие на горсовете зарядки, дальше с часу до 6 Сабантуй на ипподроме Акбузат, также с 7 начинается на ипподроме Акбузат скачки, и с 7 параллельно со скачками начинается выступление творческих коллективов, концертная программа на площади Сабантуя. Закончится Сабантуй флешмобом. Сразу после, в 19 часов, на ипподроме начнутся скачки. Параллельно на площади имени Салавата Юлаева пройдет и концерт с участием уфимских коллективов. Я напомню, молодежный Сабантуй пройдет 27 июня на ипподроме Акбузат. Начало в час дня. Алина Таюпова, Дмитрий Вайднер, телеканал ЮТВ.